Убыль идет. Сейчас быстренько, чтобы закрыть эту тему. Давай лучше сюда. Тут будет целый. Протек Дарк Энджел. Опять-таки очередная вариация на тему ножа Джокера. Фронталка одинарная. Это кинжал, он сведен довольно толсто и не очень хорошо заточен, поэтому я много не ожидаю сейчас. Бить буду сюда. Это какой нож? Между ними попал, да? Да. Ну, тем не менее, ты, конечно, рассек. Не слабо. Нет, все, вниз, что... да, нет. Но все равно между попал. Успевает собирать долом, то есть вот как бы... Собирать долом сала, который ты можно на бутерброд мазать. Тут чесночка. Еще раз? Да, давай. Да, что-то не дальше. Что лучше? Ну, я думаю, что перспективное место вот здесь. Это у Саши руки покрывают весь этот зал. Просто зона поражения на всякий случай. Отходите. Прорезал. А, это оно, да? Вот. Не, порезал, да. Ну, опять-таки, куча сала там. Ну, в отличие от предыдущего похожего Сашиного ножа, со стамеской да, чуть поэтому, похуже, конечно. Да. Колоть кинжалом, я думаю, ну... Ну, можно двумя пальцами. Да, двумя, да, да, вот так вот, запусти. И, наверное, даже давайте будем так и делать, потому что... Без слова. Ноу комментаж. Так. Сейчас у нас